Предприятия концерна «Тракторные заводы» в ближайшее время должны начать производство и заработать в полную силу. Об этом сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Ситуация непростая, и нужно отметить о том, что наконец-то произошли подвижки. Мы долго говорили о том, что ликвидация долгов банка, реструктуризация основного кредита. Я напомню, что порядка 16 банков, юридических лиц, в том числе и иностранных компаний, были кредиторами концерна «Тракторные заводы». Сейчас идет урегулирование кредитного портфеля. То, что банк, ВБанк стал основным кредитором, это уже важно. Это уже первый шаг по реструктуризации самого основного долга. Я напомню, что без него, без реструктуризации, без процедуры этой реструктуризации невозможно сегодня пополнение оборотных средств, получение нового кредита. Вот еще раз говорю, первый шаг сделан. Сейчас идет у концерна, руководство концерна идет согласование с оставшимися кредиторами схемы реструктуризации их долгов. И как только будет решен этот вопрос, то Внешэкономбанк готов будет выдать дополнительный кредит для того, чтобы пополнить оборотными средствами компанию, группу компаний для выпуска заказов. Сегодня у наших заводов на территории республики, которые расположены, сегодня просто громаднейшее количество заказов. Единственное, у них руки связаны сегодня. То есть вот промтрактор у нас сегодня работал бы, наверное, там, в трехсменную работу, если были бы оборотные средства. Вот как только вот эта процедура реструктуризации она будет завершена, думаю, что до конца года она все равно будет завершена, то у нас у концерна тракторного завода, особенно у завода, который расположен на территории города Чебоксары, будет новая жизнь совершенно. И задача, это по условиям выдачи кредита, задача выйти уже в 2016 году на прибыль